Всем привет! Небольшое такое включение из автомобиля. Сейчас буду ставить плафон освещения макияжных зеркал. Вот такой раздобыл в Китае. Он идет для китайского рынка. Штатный ледовский плафон. Здесь стекло сделано такое с рассеивателями, в отличие от штатного. Ну и, соответственно, диодная лампа уже встроена. Вот сейчас у меня стоит обычный плафон с диодной лампой. Светит неплохо, в принципе. Вот, если так сравнить, по размеру они схожи. Сейчас попробую вытащить старый плафон и поставить новый. Сравним, как это все будет светить. Для того, чтобы снять плафон, вот с левой стороны берем лопатку, желательно пластиковую. Вот, и с этой стороны надавливаем, для того, чтобы вот эту железную лапку как раз придавить, и чтобы плафон вылез из своего посадочного места, чтобы не поломать потолок, так как он довольно хрупкий. Вот. После того, как нажали на плафон, он уже легко поддается. Вот таким образом, потом на себя, вот мы можем вытащить. Надеюсь, разъем подойдет. Сейчас попробуем поменять. Разъем здесь довольно простой, нужно просто по бокам нажать на лапки, и тогда он выйдет из своих пазов. Так вот, если так сравнить, разъемы идентичные, поэтому, я думаю, все должно подойти и нормально заработать. Вот так выглядит стандартный плафон штатный. Вот с обратной стороны он здесь получается открытый. Вот вставлен у меня диод с радиатором, довольно-таки неплохо нагревается. Вот таким образом выглядит штатный диодный. С обратной стороны вот он закрытый, здесь плата диодная уже с завода встроена. Посмотрим сейчас, как будет все работать. Честно говоря, небольшой облом. Вот светит, в принципе, оно неплохо. Вот если полностью выключить свет, освещение достаточное. Вот, но по сравнению с диодами, которые у меня стоят, вот сейчас второй козырек открою. Вот здесь, ну просто, может, конечно, сильно выжигает глаза, но вот можно сравнить. То есть этот свет, он более такой теплый. Поэтому не знаю, что даже лучше. Может, он будет меньше греться, конечно. Сейчас попробую с обратной стороны. Ну да, он холодный, вообще не нагревается. Вот, а нештатный диод, он уже даже за пару секунд уже был довольно теплый. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментарии, кому какой вариант больше нравится и что бы вы себе поставили. Заводской штатный, который не так сильно греется, вот, и который освещает, в принципе, не так ярко, то есть в глаза он не бьет, или же вот такой сильно яркий. Надеюсь, ролик вам был полезен. Оставьте комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!